Хороший комментарий наконец-то поступил. Хороший. Но не только грибки, а простейшие. А другие микропаразиты. А паразиты ментальные. Понимаете? Грибки, простейшие. Все они существуют в синергии. Трихомонады. Угу, простейшие, да. Черви. Все они хотят кушать. И пока человек не очистится, к сожалению, в основном кушать, еда будет доставаться им. Поэтому прежде чем мечтать о неедении, мечтать о малоедении, мечтать о голодании, нужно изначально почистить организм, почистить вот эту раковину. Как вы на кухне чистите, так то же самое нужно почистить тело. Тело. Тело, тело хочет двигаться, да? То есть, загадка. Вовсе не загадка. Приходи ко мне в Телеграм, ссылка в шапке моего профиля. Там ты получишь знания, как нужно это делать.